Море воды пропадает зря. Чтобы была вода, надо закрыть 5 гидрантов. Определенно. Я вам примерно укажу, где они находятся. Под краном в зоне погрузки стоит машина. Поезжайте на ней. Кто-то должен с этим разобраться. Ugh!
If anyone can hear this, we've taken over the police station. The law is gone, and we are in charge.
Благослови вас, Господь. Вода поможет нам выжить в эти темные дни и лучше служить Господу, нашему Спасителю. Ваши добрые дела снова зажгли пламя надежды в сердцах тех, кто выжил, чтобы служить Господу. Когда начался апокалипсис, люди испугались. Многие паниковали и бунтовали, грабили магазины. Тут ничего не осталось. Вам нужно искать в богатой части города. К сожалению, хорошего пути туда нет. Богатые не хотели, чтобы бедные к ним пришли. Поэтому они уничтожили все мосты, отрезав себя от остальной части города. Я не знаю, хотите ли вы спасти мир или уничтожить его. Но пока есть время, мы должны помочь невинным. Один наш прихожанин, Джозеф, знает дорогу. Он вам поможет.